За годы независимости в районе организованы и функционируют элеватор и хлебозавод. Основное направление – зерновое хозяйство. Здесь выращивают кормовые травы, картофель и овощи. Главные отрасли – животноводство, скотоводство, овцеводство, свиноводство и коневодство. Егиндыкольский район является зерносеющим районом Акмолинской области. Сельскохозяйственное производство является одним из приоритетных направлений развития экономики района. Агропромышленный комплекс района характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе и улучшением качества жизни сельского населения. Благодаря системной работе по внедрению в производство своевременных технологий и прогрессивных методов земледелия в районе происходит устойчивый рост производства растениеводческой продукции. По дорожной карте занятости завершается строительство жилого дома на 16 квартир жителям, состоящим в списке очередников для категории социально уязвимых слоев населения и детей-сирот, а также госслужащих. Для улучшения улично-дорожной системы и дорог местного значения производятся текущие и средние ремонты. По спецпроекту АОЛ ЕЛЬБСГ и за счет областного бюджета проведен средний ремонт автомобильной дороги областного значения Новочеркасска-Егиндыколь. В этом году наша страна празднует 30-летие своей независимости. В течение этих лет государством большое внимание уделяется строительству объектов различных сфер. Одной из основных областей является обеспечение жильем населения республики. В Егиндыкольском районе для обеспечения качественным жильем ежегодно реализуются проекты по строительству арендного жилья для нуждающихся граждан. Так, по государственным программам «Нурлы-Жер» построены 5 двухквартирных жилых домов в селе Егиндыколь. За годы независимости в районе создан и работает кабинет психолого-педагогической коррекции номер 19, расположенный в здании Егиндыкольской средней школы номер 2. В районе имеется Егиндыкольская детская юношеская спортивная школа при отделе образования физической культуры и спорта. В организациях образования Егиндыкольского района функционируют военно-спортивные патриотические клубы. Айгерим Бегенова, Жамбыл Балтаев, Кокчак Парат.